Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.